Как объясняли сами телеакадемики, «Нота Бена» – одна из немногих новостных программ, которая посвящена интересам зрителя, а не официальной пропаганде. Помогать обычному человеку – главная цель другого проекта 7-го телеканала, программы Ксении Бугановой «Выход есть». Именно поэтому обе эти программы впервые в истории Хакасии попали в финал главной российской телепремии «ТЭФИ». Финал вышли. «Нота Бена», «Абакан». Ксения Буганова, город Абакан. Накануне Академия российского телевидения определила финалистов в неновостных жанрах. И наша коллега Виктория Калашникова тоже в числе лучших с циклом этнопередач про Хакасию. Кстати, Виктория до прихода на губернаторский канал 10 лет проработала в одной из сильнейших сибирских компаний на Красноярском канале СТС «Прима». Вот практически уникальные кадры, один из ее первых эфиров. Для того, чтобы судьи были объективны в своих оценках, танцевальные коллективы выступают анонимно. Несколько лет участия в главном телеконкурсе страны доказали красноярские тележурналисты одни из сильнейших в России. Бронзовые орфеи в столицу края уезжают постоянно. Вчера красноярцы поднимались на ростовскую сцену, а именно там называли финалистов целых 5 раз. Мы рады, что 3 финала у наших родственных компаний СТС «Прима» и 12-й канал. Вот это хулиганство называется «Юля в большом городе» и претендует на звание лучшей развлекательной программы на ТЭФИ. Так что красноярцы, конечно, сильны, но в финале 27 ноября болеть будем за нас, 3 абаканских номинантов.